Рамзан Ахматович, вот говоря о пути Ахмат Хаджи Кадырова, это юпа, евро, это юпа, табор чара, амат хаджа, ички ли эгувар, им то гэд кыш эгувялла, оли илья бюнени, это юта амат хаджи датмиру, войну кэлё видео, ши, абата юха, волш кэлда видео, ища гойча, да ички ли бэр, им тэк, ички ли тэк, на боха, ища бюнени, хвэта жасё, Самое интересное, знаешь, что об этом говорят, то не те, кто воевали за Ичкерию, но никто, не те, кто видели даже, что такое Ичкерия, а те вообще далеки, которые, или те, кто сбежали от Ичкерии. Мы никуда не уходили. Масхадов подписал еще тогда соглашение, что они проведут референдум. И в 98-м или не знаю, в 2000-м каком-то году они должны были провести референдум. Да, в течение 5 лет должны были провести референдум. Масхадов, будучи президентом, подписал полностью соглашение, закончил, так скажем, войну, который там длилось 200 лет, как они говорили, и сказал, с сегодняшнего дня мы все будем обсуждать все проблемные вопросы за столом переговоров. Ахмат Хаджи, когда у него спросили, когда тебя назначим главой администрации, ты подпишешь бумагу, что Чечня – это часть территории Российской Федерации. Ахмат Хаджи сказал, нет, не подпишу. Для этого мы должны провести референдум. Если мой народ скажет, что да, мы хотим жить в составе России, я подпишу. Если они откажутся, я откажусь. Я хочу это спросить у народа. Поэтому мы никуда не уходили, не заходили. Когда действительно реально к нам зашли, так скажем, преподнесли нам, что зашли к нам, Россия зашла к нам в Ичкерию, там, что они объявили войну. Тогда, да, мы были с народом, тогда весь народ был на улице. Кто-то воевал, кто-то помогал, кто-то на митингах стоял А тогда я был маленьким пацаном, 16-17 лет и я это все видел. И когда действительно мы увидели искреннее лицо этого государства, так, если можно назвать, Ичкерии. И когда я имею в виду, наш первый президент понял, что они продают всю историю, все, что честь, достоинство, все, разным государствам, конечно, Ахмат Хаджи взял все в свои руки, и народ его поддержал, и мы навели порядок, отдавая свою жизнь, он навел порядок в Чеченской республике. Ичкерию продавал не Ахмат Хаджи. Флаг, мы знаем, с волком у нас был флаг, волк сбежал, потом флаг поменяли, потом стали Эмиратом, потом, не знаю, стало, не знаю, все, что угодно, кроме Ичкерии. Слово, кто сейчас сегодня называет Ичкерию, у них нет ни моральное, никакое отношение, и ни совести, ни чести говорит об Ичкерии. Мы больше ичкерийцы, чем все остальные. Поэтому мы не скрываемся, что были за Ичкерию. Я никогда не скрывал, некоторые хотят меня упрекнуть, что это Кадыров раньше говорил, что он видел Дудаева и радовался, что он рядом был с Масхадовым. Конечно, мне было 16 лет, я ходил с ними рядом, я жил, спал в одной комнате с Басаевым. А те, которые меня упрекают, и что-то хотят, против меня сказали, они где были, что они в жизни видели, в моем возрасте или после этого, чего они добились. Конечно, я видел их, когда-то
гордился ими. Когда я понял, что они никто, что они не являются никем, я вот понял, что они агенты продажные, на кого-то служат. Я перестал уважать. И я стал воевать против них. Я их уничтожил. Я их разогнал. Я сегодня навел порядок. 1,5 миллиона жителей республики довольно живут в мирной, процветающей республике чеченской. А если я был такой слабый, если я был таким никаким, если мы были предателями, почему сегодня, вот посмотрите, все вот во все времена, кто чего добился, военный успех, политический успех, экономический, социальный успех. Если лучше, чем сегодня, когда-нибудь жили наш народ, я тогда молчу. У нас есть статус, у нас есть флаг, свой гимн, у нас есть государство, Чеченская Республика, написано в Конституции. И мы спокойно сегодня молимся, строим мечети, развиваемся, школу хафизы, исламские институты. Что такое шариат? Что такое исламское государство? Ну, они еще не понимают, они думают, что бить палками, даже не соблюдая процедуру проведения наказания, они думают, что это шариат. Они даже не знали, как правильно бить палкой, размер какой должен был быть, сколько можно было поднять руку даже. У них понимания, понятия не было, потому что они были наркоманы 98%, и под кайфом они начинали издеваться. Когда Ахмад Хаджи понял, кто они и что из себя представляют, взял все в свои руки, получил поддержку от населения и объявил джихад врагам нашего народа и навел порядок. И сегодня мы живем в правом государстве Российской Федерации со всеми условиями процветающей республики Чеченской. Рамзан Ахматович, вот касаемо государства, Хорвая Республика, пока все просто, но и Путин дает войны полностью ради сбор, эйдов, духа, зубов, сейчас отдавьяхтина, сейчас кряды для сбора, евро через путь, а он уйдет. Я постараюсь добиться от федеральных, федерального центра, чтобы их пропустили домой, и посмотреть, могут они хотя бы управлять, элементарно самым маленьким селом, кто они, откуда они, что они, валай, клянусь Всевышним Аллахом, даже, вот взять, несколько баранов, и отдать им доверие, чтобы вот такого доверенного человека из тех людей, которые сегодня о чем-то говорят, нету. И они нагло говорят, что вот когда Путин уйдет, вот когда его конец. Им нужна надежда, чтобы вот давать надежду кому-то, чтобы их полностью от них не отвернулись. Я тогда еще в центре города Грозном дал клятву на Коране, валлахи, и сейчас даю, я если сомневался бы, на секунду, если я сомневался бы, что если власть поменяется, и поменяется, то, чего мы начали, то я не сделал бы ни одного шлага. Я верю Всевышнему, и соблюдая сунну пророка, знаешь, чего хочет мой народ, служу этому народу, своему чеченскому народу. А те шакалы, которые сбежали, когда их было много, тысячами, десятки тысячами, нас было мало, нас было, можно было на пальцах считать, где они, почему они сбежали, почему я в центре Грозном, могу ходить, они где-то в Европе, где-то там живут, там, не знаю, разных государств, и оттуда, интернетные герои что-то пишут, где логика, Если я выиграл, у них, борьбу, если мой народ выиграл, если команда Ахмад Хаджи Кадыр выиграл,
с помощью Всевышнего, победа Дон, Аллаха Дон, а мы просто Дон, причина этого всего Дон. Аллах дал нам победу Дон. И они сбежали, Дон, оставили своих больных, раненых, искаженных, так скажем, искалеченных своих друзей, сбежали, Дон, живут в самых, Дон, так скажем, развитых государствах, и говорят, что они мухаджиры, да, вынужденные переселенцы, да, сравнивают себя с кем-то, да. Таких мало, да. Представьте, в Европе, да, около или более 300 тысяч человек чеченцев живут, да. Они обустроили, живут хорошо, хвала Аллаху, это нормальная миграция, да. Там десятки людей, видели, когда митинг бывает там, да, вот 10-15, 20 человек приезжают, там украинский флаг, другой флаг, третий флаг, да, шизофрения собирается, там делать нечего, чтобы там их, там, знаешь, ну, они должны как-то получить там стипендии, не знаю, там, паёк, свой паёк. Да. И вот из-за этого они там вот существуют. Поэтому есть, я говорю, будьте спокойны, Вапила Путин никуда не уйдет, да, он должен управлять, да, он этим государством, да, без Путина, да, наше государство в сегодняшней системе не справится, да, вот это одно. А во-вторых, да, он уйдет, поменяется власть, не поменяется. У нас есть команда, да, команда сформирована нашим первым президентом, да, идейно, да, вот, который стоит на пути и знающий, что такое ваххабизм, да, хабашизм, таблигх и разные течения. Вот по направлению религиозного убеждения, я говорю, по линии традиции, обычаи, по всем, так скажем, да, направлениям, команда, которая готова, да, она защищать наш народ, чеченский народ, от всего и вся. Да. Мы больше никому не дадим играться с нашим народом в такие игры. Да. Хватит, нас хватит. Да. Мы дальше будем поднимать образование, науку, да, развивать, да, сельское хозяйство, да, воевать, да, мы, это последнее, да, если нас не оставят, тогда мы будем воевать, мы в душе войны, да, но мы сейчас должны воспитывать другое направление. انتظريني يا قدساه انتظريني.